ЧП на острове Хортица. Вандалы разбили памятный знак борцам за волю Украины 1918-2018 годов. Каменный крест установили в минувшую субботу в рамках украинско-литовского проекта. Тогда сотни запорожцев и гостей города высадили на территории заповедника более 2000 саженцев молодых дубов, которые специально привезли из Литвы. Злоумышленники сбросили с постамента крест и отбили часть гранитной мемориальной таблички. Нарушителей ищут за помощь. В их задержании назначено вознаграждение.